Мы увидели сейчас в зале судебного заседания двух человек в масках и с автоматами. К сожалению, эти люди охраняли не нас, эти люди охраняли представителя Генеральной прокуратуры, так как по экспертизам сестры Хачатурян они признаны опасными для общества, поэтому, безусловно, откровенно говоря, для меня каждый раз я очень боюсь находиться в их присутствии, и каждый раз прошу, тоже мы наверняка будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту, так как сестрам, по сути, грозит максимальный срок из возможных от 8 до 20 лет для женщин. Поэтому, как говорится, знаете, еще кого-нибудь с собой прихватить, ну, мы боимся откровенно.